Дай выключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Давай мовчати про то, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки не захочем кричати. Україна сьогодні захищає світову демократію. Украина сегодня защищает те ценности, которые есть вообще у демократических стран. И, к сожалению, Украина даже сейчас, вот на сегодняшний день, не получила достаточно помощи от тех государств, интересы которых мы защищаем Украине. Сегодня идет война против варварского мира и цивилизованного мира между собой. И я думаю, отношение европейских государств, которые сегодня все еще продолжают торговаться с Россией и иметь коммерческие связи, это очень в будущем плохо отразится на их же странах. Потому что Украина единственный, скажем так, последняя красная линия между цивилизацией и нецивилизацией. Я участник грузино-русской войны, которая прошла в Абхазии. Вот. Я бы сказал, что украинцы тогда еще были единственными добровольцами, которые помогли Грузии. Кроме этого, украинцы спасли подавляющее большинство мирного населения, которое Россия практически должна была расстрелять. Украинский флот и украинская авиация тогда спасла огромное количество грузинских беженцев. Я думаю, такие вещи не забываются. Это недавняя история, которая связывает Грузию и Украину. Если более глубже податься в историю, я думаю, мы очень легко найдем взаимосвязь и стратегическое партнерство Грузии и Украины. Так что в данном случае, я думаю, абсолютно никого не удивляет, что мы находимся здесь. Я сам был военнопленным в русско-грузинской войне в Абхазии. Даже тогда, когда мне было 14 лет, я не раз слышал, что украинцы приехали нам помогать. И как раз момент, спровоцировавший создать у меня грузинский легион, был вот тот момент, когда Украина у меня единственно ассоциировалась с тем, что они помогали нам в войне. Услышав, что Россия начнет войну в Украине, это уже подсознательно подтолкнуло меня на то, что надо Украине помогать. И мы были первыми добровольцами из всех иностранцев, которые приехали сюда, основали уже организованное соединение и прямо на линии фронта обучали украинских военных. Тот показатель, что грузинских добровольцев здесь больше, чем всех добровольцев из разных стран вместе взявших, это уже говорит о том, что Грузия на физическом плане она более подключена, чем все остальные страны. Сегодня в грузинском легионе самый большой контингент, который когда-либо был за все эти 8 лет, которые мы воюем здесь. Общество также очень активно подключено. Мы видим, как оппозиционный блок очень активно старается сопротивляться той оккупации, в которой находится Грузия в политическом смысле, ну и в физическом смысле тоже, потому что 20% Грузии сегодня оккупировано Россией. Абсолютное большинство населения это понимают и поддерживают Украину. Несмотря на это, корни вот той грузинской власти и те финансы, которыми поддерживаются сегодня, русские финансы, которыми поддерживаются грузинские власти, они на время принесли такой плод, что довольно сложно сдвинуть вот эту политическую силу. Потому что она использует уже физическую силу, вы видели, как они непланомерно использовали физическую силу, чтобы бороться с политическими протестами в Грузии. И в общем целом процесс довольно сложный, но я еще раз повторяю, что сегодня в Украине решается и судьба Грузии. И грузины это понимают. Я бы сказал, что в 2008 была попытка физической оккупации Грузии, которая провалилась.
И в итоге Россия использует тактику политической оккупации. Мы получили политическую оккупацию Грузии. Сегодня практически все правительство, оно коллаборационирует с Россией. К нашему сожалению, я очень надеюсь, что это закончится, но мы вот получили такую данность на сегодня, что не Грузия, а грузинское правительство очень лояльно относится к России. На протяжении 9 лет уже довольно сложно бороться, потому что Россия внесла колоссальные финансы в Грузию для того, чтобы эту власть нельзя было победить. Я все-таки думаю, что в ближайшем будущем воля народа победит, и мы очень скоро избавимся от российской оккупации в Грузии. То есть тот прогресс, который был достигнут с розовой революцией по 2011-2012 года, он практически аннулировался за все это время правления грузинской мечты. Градус, я бы сказал, наверное, самый высокий. Я не хочу, чтобы это дошло до кровопролития, потому что, понимаете, такие процессы были уже в Грузии, и они очень плохо заканчивались. С большими человеческими жертвами, я имею в виду. Этого кровопролития мы не хотим. Этого кровопролития как раз хочет грузинская власть сегодня, которая хочет утвердить интересы России в Грузии, и не имеет значения, какими методами они это будут делать. Украина в данном случае является региональным лидером. И для Грузии будет примером то, что Украина победит обязательно в этой войне. Я думаю, после вот этого процесса Грузия очнется и начнет освобождать себя от российской оккупации. Я очень объективно отношусь к любой войне, потому что я не хочу обманываться сам и обманывать кого-то. Сегодня Украина в выигрышной позиции. Сегодня Украина, на мой взгляд, она победит на все 100%, потому что другого выхода у нас нет. Если взять хронологию боевых действий, я бы сказал, что Россия потеряла основное количество боеспособных солдат на данный момент. То, что она пытается сейчас как-то смобилизировать силы, это ничего не даст, потому что в основном сейчас мобилизированная часть солдат, которые, и наемников, которые они будут присылать, это не боеспособные части. Украина сделала то, что в Украине осталось подавляющее количество боеспособных солдат. Я не имею мирного населения в виду, я не имею территориальную оборону или разные добровольческие соединения. Я имею в виду украинскую армию. Используя правильную тактику, она сохранила жизнь 1000 своим солдатам, которые на данный момент боеспособны. И разбить такое количество даже всеми силами России, это в военной практике такое не может быть. Так что вот исходя из таких объективных фактов, я могу сказать, что Украина победит в этой войне. Что будет в будущем или на политической арене, я не могу сказать. Но как военный я могу точно прогнозировать, что месяца через два, скажем, Украина уже сможет сказать, что она освободила свои оккупированные территории. Единственный момент, который, я не знаю, должно учитывать, наверное, мировое сообщество больше, чем только Украина, это психическая нестабильность Путина. Потенциально он может использовать или ядерное оружие, или химическое оружие. Ну, насчет химического оружия я уже говорю давно, и такая опасность есть. Несмотря на это, я уверен, что мы победим. К сожалению, это может иметь большие жертвы среди мирного населения, потому что мирное население к этому не подготовлено. Я надеюсь, у террористов хватит здравого ума этого не делать, потому что это практически и на данный момент мы видим уже конец России, как экономически, так и военный, потому что Россия потенциал, военный потенциал свой потеряла. Говоря о том, что российская армия вторая в мире, как нам навязывали, скажем так, мнение, я бы сказал, что она даже не входит в десяток лучших армий мира. Я вот вполне объективно могу оценить на сегодняшний день возможности российской армии. Даже самая маленькая армия и более подготовленная, ее нельзя сравнивать с российской армией. Это просто
сброд и тактика их просто бороться с мирным населением, а не с военными. И вы не раз уже слышали, видели от военнопленных, как они скулят, когда им приходится встречаться с военными. Так что вот военная тактика России, исторически военная тактика, это было истребление мирного населения. Чем они сейчас и занимаются. И за это они будут наказаны. Мы их наказываем и в самом процессе войны, и они будут наказаны после войны, когда их военное и политическое правление сядет на стул подсудимых в Гааге. Ментальность россиян, она основана как раз вот на этом терроризме. И от этого как раз надо избавлять весь русский народ, как делали это после Второй мировой войны. И я думаю, народ должен очиститься от того, что он поддерживает в данном случае. И вообще на протяжении своей истории. Российский народ – это народ террористов, включая своих женщин, включая свое будущее и свое прошлое. Россия – единственная страна, которая содержит финансово террористические организации по всему миру. И это очень хорошо знают и западные политики, и европейские коррумпированные политики, которые в частом случае склонны закрывать свои глаза и не видеть то, что происходит вокруг них, потому что они просто питаются теми финансами, которые выделяет им «Газпром» и Россия. Вот. И мы получили данность только потому, я имею в виду войну в середине Европы, только потому, что эти коррумпированные политики на протяжении 8 лет не признавали, что идет прямое вторжение в Украину на протяжении 8 лет. Им приходится признать, но, как я вижу, они все-таки продолжают финансовые и коммерческие отношения с Россией, что не должно быть приемлемо ни одному цивилизованному народу на Земле сегодня, то, что происходит. Они практически финансируют то, что нас здесь убивают. Теми деньгами, которыми они расплачиваются за российский газ и за российские ресурсы, которые она предоставляет Европе, этими деньгами сегодня бомбят украинских детей. Это объективная правда, что сегодня происходит в Украине. Такая империя зла, она чем скорее перестанет существовать, тем лучше будет для мира и для таких стран маленьких, как Грузия. В принципе, вот существование с первого Советского Союза, потом с Россией, ничего хорошего она не принесла миру и не приносит, и продолжает вот практически приносить одно зло. Это, ну, насколько я помню, я как ветеран войны, Абхазской войны 92 года. Россия, в принципе, у нас оккупировала 20% наших территорий. Значит, пятая колонна, так называемая, до сих пор продолжает в Грузии, значит, делать все, чтобы мы как-то, значит, вот отошли от того курса, то, что мы называем, что курс Запада. Потому что грузины хотят жить так же, как европейцы, как же американцы. Но Россия вот хочет нас тащить 19, 18, 17 век. Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит, рано или поздно, это обязательно было бы. И, ну, для нас хорошо было бы, что если это быстрее все закончится, значит, распадом России. Как распался Советский Союз в свое время, так и я думаю, что это дело времени. И Россия вот в таком формате, как она есть, она распадется обязательно, потому что эти страны, ну, Кавказ, она никак не может быть с Россией там. Есть и Сибирь, рано вы посмотрите, что очень скоро это будет территория Китая до Урала.
понимаешь, и так далее. Там останется Москва, Ленинград и так далее. И все, в принципе. К сожалению, после 2012 года, когда поменялась власть, и поменялась власть, это не просто так, это с помощью России, потому что там явно была рука России. И вот наставник России, тот сейчас миллиардер, богатый человек, ну, Бедина Иванишвили, который, в принципе, вот купил Грузию с деньгами, российскими деньгами, практически он ведет всю политику, идет сближение с Россией. После революции рос, когда Михаил Саакашвили пришел к власти, практически Грузия, вот от странах Восточной Европы, это был как, ну, как пионер, да, практически для всех мы были как хороший пример. И все страны, в том числе и Украина, она как бы вот смотрела, как вот Грузия быстро развивается. И практически Саакашвили сделал практически, ну, я не знаю, там это было, правда, героический поступок. И мы из болота практически стали, правда, похожи на европейскую страну. И это было, продолжалось до 2012 года, пока пришел вот к власти вот эта партия, Dream, мечтатели, партия мечтателей. И практически они делают все, чтобы нас сблизить с Россией. Наш бывший президент из-за каких-то абсурдных, я не знаю, он сидит в тюрьме. Сейчас, когда мир нуждается, Украина нуждается, Грузия нуждается в таком харизматическом человеке, как Миша, да, он должен бы сейчас вот тут находиться. Понимаете? Он бы принес бы и для Украины, и для Грузии, и для всего мира, он бы принес бы очень большой пользу. Он такой типаж, харизматический типаж. Но его специально вот посадили, потому что Путин так велел. Поэтому, ну, пока не поменяется власть, к сожалению, да, политика, грузинская политика, ну, правительство. Потому что народ, вы видите, народ однозначно поддерживает Украину. Потому что ближе украинского народа у нас никого нет, к сожалению. Ну, у нас вот так получилось исторически, что ближе украинского народа у нас никого нет. Грузины, народ поддерживает украинский народ, но правительство, ну, видите, поддерживает российское правительство. Всякое бывает, я думаю, что это быстро закончится. Вообще моя мечта, чтобы у нас исторически как было, чтобы у нас была граница с Украиной. Потому что это рано или поздно это все равно будет, потому что исторически, вы знаете, Сочи – это территория Грузии. Понимаешь, это коммунисты подарили России. И Кубан – это территория Украины. Так что я думаю, что мы, ну, в течение 10 лет, наверное, у нас будет граница, и нам легче будет уже общаться. Не надо будет уже перелетать, можем свободно на машине передвигаться. Вот если все ждут, что будет тут, в Украине. Поэтому что весь мир смотрит на Украину, в том числе и Грузия смотрит на Украину. Чем быстро вот это все разрулится, и чем быстро мы закончим тут с этими оккупантами, да, тем это будет не только как бы для Грузии, для многих стран бывшего Советского Союза, что которые думали, что Россия вот все, такая империя, что у него это вторая армия в мире, и вот это все на глазах рушится, вот это все, весь миф, русский миф, который они сами придумали, это все на глазах рушится. И я думаю, что это будет пример не только для Грузии, для многих стран, которые, для Белоруссии, конечно, в Белоруссии обязательно будет революция, потому что там прекрасный народ живет, и вот диктатор, дурной диктатор, есть умные диктаторы, да, а есть дурные диктаторы, которые вот именно вот задавил такой прекрасный народ, как Белоруссия. И то же самое и в Грузии, и то же самое в многих странах, я сейчас не хочу переходить на это, но я думаю, что это вот все ускоряется, и это все, вот вы посмотрите, что в течение, я не знаю, 2-3 лет это все и в Грузии, и в Белоруссии это обязательно будет, потому что, ну, это закон природы. В Украине я, значит, приехал в 1986 году, когда я поступил, я закончил Львовский лесотехнический институт.
91-м. И я там 6 лет учился, и для меня, ну, Украина — это моя вторая страна. Это я люблю очень украинский народ, саму страну, украинский народ, и страну люблю. И тут я оказался случайно. Я тут семинар проводил. Я еще являюсь, значит, вице-президентом World Security Self-Defense Academy и провожу семинары. И я после Украины, я должен был, значит, отсюда, с Киева, улететь в Нью-Йорк, где была презентация моей книги «Секрет успеха» в Бруклине. У меня все было запрограммировано. Но так случилось, что мои друзья, когда я тут приехал, мы как бы, значит, начали проводить активно семинары. Почему-то, ну, уже созрела ситуация. И спрос был очень большой. И мы на базе легиона мы проводили около, вот, в течение месяца, например, более 3000 человек мы подготовили. Вот эти начальные, значит, как должен себя вести человек в экстремальных случаях. И, в принципе, это вот пригодилось. Мы добавили этому тактика, стратегия, оружие, стрельбу. Мы это все добавили. И интерес очень большой. И мы до сих пор это продолжаем. И в течение, вот, каждой недели у нас по 200 человек проходит вот такую подготовку. Это суббота-воскресенье. Вот это где-то 48 часов. Ну вот за 2 дня вот стараемся, вот, ну, то, что можем, потому что база у нас ограничена. Так что интерес очень большой, и я очень горд, что я могу вот своими знаниями хотя бы вот немножко помочь своим друзьям, помочь моему любимому народу, такому как Украина. И я думаю, что общими усилиями. И для меня очень, очень важно еще одно, что я понимаю, что тут есть у нас шанс. А Грузия — маленькая страна, она не может воевать с такой державой, как Россия. Да? А Украина может не то что воевать, она может победить, то, что мы уже видим. Да? И с помощью Украины, вот у нас очень много иностранцев, вы знаете, вот грузина очень много, потому что мы каждый убитый оккупант — это для нас это человек, который уже для Грузии не представляет опасность. Понимаете? Поэтому мы понимаем, что мы делаем не только для Украины, это мы делаем и для Грузии. Это общее дело, общий враг. И чем быстрее мы закончим с этой империей, тем быстрее мы начнем строить нормальное цивильное государство и тут, и в Грузии. Ну, я вижу, что обязательно то, что Украина победит, это, ну, это дело времени. Это дело времени, и мы это все... мы сами убедились, и мы сами посмотрели, что это миф какой-то, то, что они сами создали. Это вот все, ничего не осталось от этого мифа. Обязательно Украина победит, это дело времени. Обязательно русский народ, если еще такой остался там, я не знаю, проснется, поймет, что диктатура, они снутри должны разрушить эту диктатуру. Россия должна вот в таком формате, как она есть, она должна разрушиться. Не может быть в таком формате империя существовать. И я думаю, что, ну, это дело времени. Это не будет, к сожалению, завтра, послезавтра, но в течение нескольких лет мы посмотрим, что и Донбасс, и вся вот территория, и Крым, конечно же, это, я больше сказал, да, не то, что Крым, это надо Кубан возвращать, понимаешь? Это то, что исторически украинская земля, понимаешь? А мы свое заберем, то, что наше, это Абхазия, это Сочи, ну, то же самое Цхинвали, Осетия. Я думаю, что в течение нескольких лет, я как считаю, что... У меня счет, я как спортсмен, я считаю, как Олимпиада — это, значит, через 2 года, 2004 год, я думаю, это в Париже будет. До Парижа мы не успеем, до этой Олимпиады мы не успеем, но будет хорошо, что Украина будет выступать, Грузия будет выступать, Россия опять не будет выступать, это дураки опять не. И следующая Олимпиада в 2028 году, это в Америке. Вот там уже мы... уже будем единое
Украина, такая сильная, единая Украина, сильная, единая Грузия. Мы уже будем выступать, и маленькая Россия, она уже сможет выступать со своим флагом, но это будет уже очень маленькая страна, там Москва, Ленинград, вот так что-то. И я думаю, что вот следующему Олимпиаду, к Олимпиаде это, эти вопросы уже отрегулируются, я надеюсь, я верю этому, что это так будет. Я многие годы был советником министра обороны, я полковник в отставке. И есть многие вещи, я сейчас не могу все сказать, конечно. И я, когда встречаюсь с моими друзьями Министерства обороны Украины, я это все говорю. Вам помогает то, что ваш враг очень тупой. Это вам помогает. Это, ну, факт. Потому что, если они были бы умнее, и правда, по-умному, и у них еще проблема то, что в России это коррупция. Там вообще фантастическая коррупция. И вот это все мешает России, что вести нормально реальную войну. Даже это не могут они. Понимаете? Тут много. Вот война сделала хорошее одно, что она объединила украинский народ. Я не знаю, наверное, надо было бы лет 50-100, чтобы вот так объединить народ. Это вам было бы очень трудно. Потому что когда я раньше приезжал, тоже в Харьков или в Одессу, я всегда в шоке, я удивляюсь, потому что все разговаривали на русском, и не было вот единства, что это вот то же самое, что и в Беларуси, там вообще не поймешь, что это, потому что там вообще никто не разговаривает на белорусском. А сейчас наглядно вот то, что правда объединился народ, украинский народ правда объединился. Есть, конечно, какие-то вещи, которые надо исправить, конечно, и я думаю, что есть у вас в правительстве поумнее люди, чем я, и они уже понимают. И, конечно, это коррупция, это вот то же самое, что у вас тоже есть эти богатые люди, которые мешают, потому что у них есть свои интересы финансовые. И это, конечно, мешает. Нельзя свои интересы ставить выше, чем интересы своей страны. Вот, к сожалению, это еще многие, ну не то, что многие, еще некоторые люди не могут понять. Многие это поняли, что интересы страны – это выше, чем интересы, личные интересы. Я думаю, что эти люди поймут, потому что ну, и они поняли, что против народа очень опасно идти. Значит, они поняли, что народ сейчас единый, и против народа сейчас идти. Они уже поняли, потому что это сила, которая ну, не то что затопчет, уничтожит любого, который пойдет против народа. И тем более вот такого народа, который сейчас мы получили, да, вот от этой войны. Значит, это единый, сильный народ, который не только для нас образец, это образец для всего мира. Да, весь мир смотрит на украинский народ и гордится, что вот как люди могут вот встать против такого, как я не знаю, как их назвать, оккупантов, как Россия.